Приветствую вас, друзья! 2021 год был очень насыщенным для криптоиндустрии. Сначала мы наблюдали взлет фармилок и приватных пулов. Потом был хайп дефляционных токенов. Сейчас уже доживает свое время тренд на play to earn. И уже намечаются признаки нового тренда. Это метавселенные. Однако, если присмотреться более детально, то суть даже не совсем в метавселенных, а в создании социальных сетей нового уровня. Именно социальные сети сейчас стоят во главе зарождающихся метаверс. Facebook и Meta — это только самый громкий пример. Помимо этого, есть Twitter с их донатами в биткоине и собственной системой идентификации NFT. А также Reddit, который в коллабе с венчурным фондом Solana будет инвестировать в социальные сети будущего. Этим планирует заниматься и Binance. В их программе финансирования перспективных проектов на 500 миллионов долларов нашлось место и для социальных сетей. У этой тенденции пока нет официального названия, однако некоторые именуют это SocialFi – смесь социальных сетей, NFT, DeFi и блокчейна. И в данный момент уже есть один проект, который наглядно показывает, что такая схема имеет право на жизнь. Проект называется Torum. Он представляет собой социальную сеть, которая интегрирована с блокчейном и NFT. Причем проект уже официально запущен. Конечно, пока что в нем реализованы не все функции, однако он уже имеет 170 тысяч зарегистрированных пользователей. По задумке создателей, Torum будет представлять собой полноценную метавселенную, которая соединит социальные сети, DeFi и NFT. Тут можно будет общаться с другими пользователями, делиться контентом и вести блоги. Но при этом у каждого пользователя будет свой собственный цифровой аватар, созданный по технологии NFT, которую можно будет настраивать. У каждого пользователя будет репутация, оцениваемая специальных токенов. Криптовалюту можно будет свободно передавать другим пользователям внутри социальной сети Torum, а также публиковать и продавать свои NFT токены. И также в Torum можно будет зарабатывать и на привычных механиках децентрализованных финансов, таких как стейкинг или фарминг. Это видение команды Torum, однако, как я и сказал, часть функций реализована уже сейчас. Любой желающий пользователь может бесплатно создать себе аккаунт, переписываться с другими людьми, постить контент у себя на стене, синхронизировать аккаунт Torum с криптокошельком и создавать собственный NFT аватар, участвовать в аирдропах, а также совершать кросс-чейн транзакции с токеном управления XTM. И кстати о токене. XTM – это внутренний токен проекта Torum, который отчеканен на Binance Smart Chain, Polygon и Ethereum. Он выглядит как настоящий микрокап-гем. Смотрите сами, пользователей у проекта 170 тысяч штук, однако капитализация XTM не превышает 70 миллионов долларов. Цена уже дала пару десятков иксов. Это не 100 и не 200 иксов, которые вполне могут быть у революционного проекта. И торгуется сейчас Torum помимо DEX-ов только на BitKex, KuCoin и HotBit. То есть, с одной стороны, есть и крупные биржи для обеспечения торгов, но при этом топовые биржи вроде Binance, OKX и Hobby еще не добавили себе XTM в листинг. И кстати, именно Hobby рассматривается как следующая платформа для торгов XTM. Потому что Torum финансируется KuCoin Labs и Hobby Ventures. И KuCoin уже добавили себе XTM. Это значит, что следующий на очереди Hobby. Помимо этого, за Torum стоят и другие крупные игроки рынка. Это AU21 Capital, Poly Network, Mantra DAO, Warshipper Capital и еще более десятков других топовых фондов. Да и сама команда не промах. В руководстве Torum есть Vishal Gupta, один из создателей сети Polygon, Нагендра Кума, бывший разработчик из Consensus, и Чайл Притам, призер хакатона Binance в Индии. Но самое главное, это крайне низкая капитализация в 70 миллионов.
при наличии большой базы пользователей, рабочего продукта и поддержки от 2-1 криптобирж. Поэтому лично мне кажется, что Торум является прям супер недооцененным проектом, который в будущем должен обязательно стрельнуть иксов на 100 не меньше. Но разумеется, это лишь мое мнение, вы же должны самостоятельно убедиться в этом и тщательно изучить проект, если захотите в него инвестировать. И на этом у меня, друзья, все, удачи вам, профита, пока-пока.